Информационная программа «День», 9 канал. Впрочем, сразу после Песоха нас ждет еще один праздник, уже не религиозный, а государственный День независимости Израиля. Зажигать факел на торжественной церемонии в честь Дня независимости – особая честь, которой удостаиваются люди, внесшие особый вклад в жизнь нашей страны. В разные годы это были ученые, совершившие научные прорывы, отличившиеся рекордами спортсмены, филантропы, работающие на благо других, воины, совершившие подвиг на поле боя, люди, пережившие катастрофу, родственники жертв терактов. Люди разного возраста и разных профессий зажигали церемониальный факел со словами «Во славу государства Израиль». В этом году среди них будет 17-летняя школьница из Акка. С девушкой, в один день ставшей министром, встретилась Татьяна Корох. Вначале было много расходов. Маркетинг, продажи. Всем надо было заплатить. Гендиректор компании Golden Minds, входящий в товарищество Unistream, демонстрирует коллегам бизнес-план нового стартапа – коробки с автономным подогревом. Гендиректор учится в школе Амид в Акко и участвует в работе программы ATDIM биомедицинского факультета колледжа Орт Брауде. Это деловой девушке всего 15 лет. У нас есть план стартапа, над которым мы работаем и стараемся его развивать. Мы ходим на комиссии, ищем инвестиции, пишем бизнес-планы, устраиваем презентации. В колледже мы разрабатываем технологию, которая должна облегчить процесс лечения. Коросин в нынешнем году будет зажигать факел в День независимости. Впервые такой чести достойна столь юная израильтянка. С тех пор, как ей сообщили об этом, Ор беспрерывно звонят друзья, родные и журналисты. Она сказала мне: «Мама, мне сейчас позвонили и предложили зажечь факел. Мы не поверили». И только на следующее утро, после того, как был опубликован официальный список и пошли звонки, мы поняли масштаб события. Шула, мама Ор, считает, что строгость по отношению к детям приносит свои плоды. Теперь ее старшая дочь стала примером для младших детей, Муше и Яэль. Она успевает и учиться, и работать, и заниматься наукой. Она очень повзрослела и всегда была очень ответственной. С 10-летнего возраста она воспитывала младшую сестру. Я не знаю, как это у нее получается. Всему уделить время. Экзамены, учеба, подружки, телевизор и все эти проекты. Орни считает себя вундеркиндом, а факел, который ей предстоит зажечь, она заранее посвящает всему своему поколению. Я выступаю не от своего имени, а от имени всех своих ровесников, которые желают прогресса стране, которые хотят работать во имя идеалов, а не ради житейских благ. Высокая миссия – это непростое психологическое испытание, но Ор спокойна и в свете прожекторов. Как опытная бизнес-леди, она ценит оказанную ей честь, но считает праздничную церемонию хорошим шансом для продвижения своих проектов. Я надеюсь, что мне удастся завязать контакты с людьми, которые в дальнейшем мне помогут. Самая сложная для нее задача сейчас – это не экзамены, а выбор наряда для церемонии. Не бежевый и не голубой. Серьезная проблема. Наверное, все-таки платье. Хочется выглядеть красиво и достойно. Старшеклассница, гендиректор, исследователь. В будущем она не собирается ограничиваться наукой и бизнесом. Хочет влиять на жизнь страны и в парламенте. Вечером в День независимости она приедет в столицу, чтобы сделать еще один шаг к исполнению своей мечты. Татьяна Корох, Борис Барель, информационная программа «День», 9 канал. Заповедник Эвон.